Прохладная бутилированная артезианская вода в буквальном смысле разлеталась. Глоток живительной влаги под палящими лучами солнца – то же, что и спасательный круг. А протянули руку социальной заботы активисты местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы округа. Акция проходит в несколько этапов. Мы следим активно за температурой воздуха. Акция продолжится. Будем следить за погодой и раздавать как можно чаще воды в центре города и в разных локациях. Радиус внимания – это улица Школьная, Советская площадь и территория, прилегающая к кинотеатру «Искра». Также были охвачены остановочные павильоны. Вода нашла своего потребителя даже в салонах троллейбусов. У нас очень активная молодежь, и молодая гвардия, она доказывает это постоянно. Наша акция, она творит чудеса. Горожане отреагировали улыбкой, благодарностью, говорили, что очень, кстати, холодная вода сейчас по погоде прекрасно подходит. В рамках акции жителям было предложено более 200 бутылок воды. Я очень люблю лето, и замечательно, что заботятся о населении и раздают воду. Это прекрасно. Очень жарко, очень тяжело, а тут так это неожиданно и очень-очень приятно. Хорошо, что это занимается молодежь. Да. Позаботились видным и об автолюбителях. Жаркий температурный режим в дорожно-транспортной среде ощущается сильнее. Да и ответственности на дорогах больше. Ведь водителю нельзя терять бдительность в любую погоду. Тех, кто за рулем, бутилированной водой обеспечивали сотрудники госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу. Машина быстро нагревается, да? Очень. Да? Черная. Поэтому вот мы хотим, чтобы немножко охладилось. Спасибо большое. Спасибо большое. Весьма благодарен. Спасибо за культуру. Будьте аккуратны и не забывайте. Спасибо за внимание. Вот вам водичка. Спасибо. Малышу своему давайте водичку попить. Хочешь? Спасибо огромное. Ну все. Будьте внимательными, аккуратно за рулем. Спасибо. При высоких градусах по Цельсию инспекторы рекомендовали автомобилистам быть внимательными во время продолжительной поездки. Следить за самочувствием, соблюдать скоростной режим, дистанцию и все меры безопасности. Стражи правопорядка призывали также не оставлять без присмотра в салоне транспортного средства детей и домашних животных. Подобные акции продлятся до наступления комфортных температурных показателей. Тамара Обидова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.